Ты. О, как красиво. Ух ты. Блин. Она на одной ноге? Вау. Четырех рук или шестерука, да? Восьми. Восьми? Вот еще. Две вижу. А где еще? Вот две. Я шесть вижу. А где еще? Внутри. Эту вижу. Вот. Ну, покажи. Над головой. Над головой. Это И вот. две, четыре, шесть. А где восьмые? А. О, Вот. это ты. Как красивенько. Ого. Знаешь, что шестилепестковый цветок, его называют еще цветок Афродиты, это символ красоты. Сбалансированности, красоты, открытого сердца. Класс. Ого, я даже прямо... Меня тут шок прошел. Класс, это у нее такие мысли световые, да? Всякое такое из головы выходит. Это ее высшее я, я так понимаю, да? Все такое в этом многолепестковом лотосе. Ну так, эту... Вообще всех дакини так изображают в лотосе. Кстати, даже в Египте из лотоса рождается все. Как Третьего это? увидела? Нет, сейчас Вот. подожди. А, лицо вот, ух ты, с таким расширяющимся черепом. Ого, многомерненько, как и тут на одной ноге танцуют. Я тебе потом покажу, как я рисовала свои, ну не то, что медитации, там тоже, кстати, пирамида была, я на ней стояла. Ну да, это была медитация, все вели одно, а меня унесло, ну, я в гостях была у коллеги, которая вела медитацию. И я вдруг унеслась в свое, я тебе потом ее покажу. И танцевала так на пирамиде тоже вот в этом. Покажу потом этот рисунок, и остался. Класс. А, я бы поняла, что это третий, вот когда ручки бы начали. Это из нее выходят ваджрики или восьмерочки? Знаки бесконечности. Бесконечно. Класс. Такое сердце, такое прямо... Ого, как красиво. Ну, мягкий очень. Это ты Данбурит рисовала? Ого! Ну, я Данбуриты так люблю, как этот рисунок. Я так... О, вот так я Данбуриты люблю. Это Данбурит. Это высокочастотный минерал, мягенький. Он в разы мягче. Вот если сравнишь свои кристаллы и этот, он чувствует, что он как ребенок мягенький. У тех семерка по прочности, а он пятерочка. Он очень мягкий, как, ну, почти как гипс, как этот, как, не знаю. Ну, допустим, если сравнить камень и хлеб, ну, разная твердость. Данбуриты поднимают вибрации, связывают с многомерностью, много чего делают. Но в основном все смягчают и выводят, как танзаниты, в новые частоты. Ого, тебе бошку тут вывела. И, кстати, третий глаз у многомерности именно зеленый. Слушай, я даже не врубилась, что ты Данбурит. Я видела, что ты берешь Данбурит, и забыла. Еще подумала, интересно, что ты нарисуешь. Вот он какой северный олень. Ты смотри, как тебя повело. Класс. Слышь, лежит себе в коробке, а там целые миры, да? Сердечно. Он действительно анахатный. Он такой смягчающий. Сияющий. Ну классно же. Он у меня пульсирует сейчас в руках. Точнее, у меня руки он морозит иголочками. Класс. Теперь что-то следующее.